Здравствуйте, меня зовут Зундыл Ама. Вы смотрите «Гороскоп Зурхай» на ТВ. Пятница, 20 ноября, 6 лунный день. Этот день благоприятен для людей, родившихся в год лошади, барана, обезьяны и курицы. Задуманные дела будут решаться легко. В этот день хорошо писать научные труды, трактаты, анализировать, принимать решения. День также подходит для того, чтобы начинать лечение, покупать и изготавливать лекарства. Неблагоприятно сегодня начинать строительство, покупать, продавать и отдавать на время вещи. Отправляться в дорогу к увеличению благосостояния, стрижка волос к улучшению внешнего вида и уверенности. И помните, лучший человек скромен в своей речи, но решительный в своих действиях. Для всей семьи в абсолюте. Молоко «Домик в деревне» со скидкой 53%. Всего за 59,79. Абсолют. Гарант низких цен.